Встреча Аргентины и Хорватии стала рекордной по посещаемости стадиона Нижний Новгород. На матче присутствовали 43 319 человек. Предыдущий лучший показатель посещаемости арены был установлен в матче первого тура группового этапа чемпионата мира между Швецией и Южной Кореей. Тогда стадион посетили 42 300 зрителей. Максимально арена Нижний Новгород вмещает 45 000 человек. На вчерашнем матче отметились и глава Нижегородской области Глеб Никитин с супругой, аргентинский футболист Диего Марадонна, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Киржаков, российская телеведущая Оксана Федорова и народные артисты России братья Запашные.